В этот вечер Кевин Харрис показал себя героем. Он отлично себя проявил. Рональдиньо. Это была вдохновенная игра. Хорошо. Что с розовым делать будем? Возьмем розовые розы. Привет. Привет. Обсудим это позже. Ладно. Уже без 5:05. А встречу мы планировали на 4. Прости, милая, забыла о времени. Ну уже, мы должны сделать это вместе. Да, но я ничего не знаю о цветах и растениях. Главное, ты приди, и я буду счастлив. Ты ведь знаешь, что я не подведу. Ты точно придешь? Могу и не прийти. Посмотрим. Нет, иди в душ, от тебя воняет. Режиссер Жан Коле Сара. У меня отличный тост. Пусть у вас в постели не будет проблем. Мама! Осторожней. Смотри, как тебе повезло. Да, это уж точно. Не хвались раньше времени. Я еще не решила, спать с ним или нет. Привет, незнакомец. Привет. Как это ты сюда забрел? Тебе что-то заказать? Нет, нет. Ты можешь отойти на минутку? Извините нас. Боже мой. Я созванивался с ними. Они здесь? Ждут встречи. Только подожди. Зачем эта встреча? Ты что, собираешься уходить из Ньюкасл? Нет, просто очередная встреча. Когда она состоится? Куда они приедут? Они не приедут. Я полечу на встречу в Японию. Thank you.
Величайший футбольный клуб на Земле. 10-кратный чемпион Европы. 29 наград в Испании. Победы на 12 испанских чемпионатах. Один суперкубок. В Японию этим летом они приехали полным составом. Бекхэм, Рональдо, Роберто Карлос, Зидан, Харрис, Мунес. Спасибо, что пришли. Рад встрече, сэр. Извини, что пришлось так спешить. Ничего. Придется действовать в темпе. Надо все закончить не позднее, чем завтра. Знаю. Хорошо. Пройдем. Ненавижу, они все говорят на этом долбанном испанском. Как дела? Он ведь еще не сказал «да». Ты что, дурак? Я бы ни капли не сомневался в решении. Но решение-то важное. А я только купил новый дом. Да, но такие предложения не каждый день бывают. Это тебе не игра в бирюльки. Да, но мне не хочется весь сезон провести на скамье запасных. Даже в лучшей команде мира я с ума сойду. Тебя угостить? Спасибо. Ты ведь не советы здесь раздаешь? Нет. Просто ему ведь надо принять решение. Я могу посоветовать. Прислушайся к своему сердцу, а затем уже к голове. А в конце сделай, как скажет жена. Вы в порядке, мистер Хейс? Извините. Без комментариев. Болельщики Ньюкасл приветствуют Майкла Оуэна в парке Сент-Джеймс. В последнюю минуту был также подписан контракт с Сантьяго Мунезом. Он перешел в Реал Мадрид. Извините, вы не подскажете, где Росс? Да, поверните налево. Спасибо. Наш парень пришел. Ты огорчил красотку Росс. Надо ее беречь, ясно? Не тратьте силы, мистер Хейс. Я не хочу с тобой говорить. Я пытался тебе дозвониться. Конечно, надо было спросить меня. Послушай, Росс, я люблю тебя. Люблю и хочу на тебе жениться. Это неизменно, но просто сейчас... Мы взяли на себя ответственность. Не дергайте мою кровать. Извините. Мы везде можем ездить, многое повидать. Не уверена, что захочу жить в Испании. Я люблю Ньюкасл. Знаю, я его тоже люблю. Здесь ко мне были очень добры. Если бы я сюда не приехал, то не нашел бы свое сокровище. Тебя. Знаешь, он прав. Да. А как насчет нашего нового дома? И моя работа. Я люблю ее. Знаю. У меня экзамены на Пасху. Ты сможешь приезжать ко мне на выходные, хорошо? И я буду прилетать, когда смогу. Милая, я просто не могу упустить такой шанс. Это ведь моя жизнь. И ты ее делишь со мной. Я не знаю испанского. Я тебя научу. Эй, вы! Подойдите сюда. Сделайте мне одолжение. Увидишь Харриса, скажи, что он дерьмо.
Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Хочу представить вам нового игрока Сантьяго Муноса. Сантьяго начал свою карьеру в большом спорте 2 года назад. Я мечтал играть в Реале. Мы все об этом мечтали. И мой брат, и бабушка. Моя мечта исполнилась. Гол! Я вырос в простой семье. И я несколько отличаюсь от других игроков этой команды. Для меня это огромная ответственность. Розан! Я стараюсь не отставать от других. Нелегко играть рядом со знаменитостями, такими как Роберто Карлос. Думаете, вы к этому готовы? Привет, смотри, не облажайся. Постараюсь, мама. Соскучилась? Привет. Ты что, за покупками ходил? Бог ты мой. Все это нам, крошка. Тебе что, все это подарили? Это нам.
Можно? Конечно, это тебе. Выбирай машину. Любую. Смотри, не потрать все сразу. Попробую. Игра Лиги Чемпионов проходит на Сантьяго Барнабео. Начинается битва чемпионов. Реал Мадрид, девятикратный чемпион. Здесь начиналась их последняя кампания. Выходит Кевин Харрис. Это его звездный час. Новый игрок Мундес на скамье запасных. Игра началась. Идет первая атака Реала. Харрис не забивал уже 14 игр. Передача. Удар. Навес. Мяч летит выше ворот. Какой момент! Осталось еще полчаса. Нарушение правил. И снова Харрис пытается провести атаку. Какой момент потерян? Это должен был быть гол. Удар выше ворот. Мундес готовится выйти на замену. Смотри, вот он. Пришло время для новой звезды. Провожаем Харриса. Отличная возможность для Мундеса показать себя. Хороший мог получиться навес. Нарушение. Заварушка на поле. Томас Грависон отдернул руку. Бекхэм подает угловой. Пас получает Мундес. Это голевой момент. Отличное начало карьеры Сантьяго Мундеса. Что ты здесь делаешь? Что ты задумал? Отвечай. Говори же. Это тебя не касается. Энрике, не говори так. Все это из-за Мундеса? Не стоит. Это мое дело, я сам разберусь. Послушай, не стоит так переживать. Не стоит. Ладно, полегче. Все хорошо. Ты в порядке? О, боже мой. Thank you.
Теперь так всегда будет или как? Всегда. Дурдом. Фанатики. Привыкай. Мне нравится. Вот что я скажу. Я предпочитаю завершить свой день в приятной компании. Вино отличное. Знаете, ведь жизнь — это не только футбол. Все еще впереди. Да ладно тебе. Ты ведь в основном составе. Пойми меня правильно, я не завидую. Возьмем, к примеру, вино. Купил небольшой виноградник во Франции. Возможно, там мое будущее. Кажется, это Шардоне. Нет, это Саперави из особых запасов. Думаю, тренер мной доволен. Я так горжусь тобой. И буду скучать. Я уеду всего на пару недель. Я не хочу. Ты не заметишь моего отсутствия? Я люблю тебя. Я тоже. Я позвоню тебе. Хорошо. Если что нужно, звони. Спасибо. Отпадное. Смотри, сколько здесь народу. Привет, с днем рождения. Спасибо, что пришли. Отличная вечеринка. Я рад. Где здесь туалет? Вот здесь, по лестнице. Ну как? Фантастика. Эй, Перри, чего экономишь? Потому что я и так плачу тебе по 80 штук в неделю. Такая у меня зарплата. Стой, хочу тебя познакомить. А то я без тебя его не знаю. Слышал, ты круто забил. Просто разнес их в пух и прах. Слушай, здесь у нас в пятницу будет холостяцкая вечеринка. Так что приходи. Я здесь с невестой. Перри. Шато 92-го. Попробуй. Классно. Идем веселиться. Санти, ты не спеши уходить. Это еще кто? Не знаю. Как дела? Все как-то непривычно. Так ты еще не пообвыкся? Нет, еще не как ты. Привет. Не познакомишь меня со своим другом? Вивьен. Известная обольстительница. Меня соблазнила. Его попробую.
Классный зад. Я его предупреждала. Я думала, у него есть подруга. Какая разница? Росс, рад тебя видеть. Ты не видел Санти? Санти? Думаю, он там. Ты отлично выглядишь. Принести тебе выпить? Нет, поищу Санти. Пока. До встречи. Вот ты где, а я тебя повсюду искала. Привет, привет. Росс, это Джордана. Привет, привет. Он как раз мне о вашей свадьбе рассказывал. Вам очень повезло, ему тоже. Точно. Надо идти, здесь холодно. Да, конечно. Спасибо, но мне это не интересно. Ты что, отказал мне? Шлюха, отвратительно. Ничего себе. Она тебя клеила у меня на глазах. Шлюха и точка. Гевин предупреждал. Что ты думаешь о таких девушках? О таких девушках? Ты знаешь, о чем я. Ты видел ее силикон? Считаешь, что это сексуально? Ну, давай, признавайся. Не говори «да». Она ничего, но мне не понравилось. А вот ты и понравился. Я тебя считаю неотразимой. А вот ты отразимый. Что? А что ты думал? Сейчас мы это изменим. Зачем мы приехали? Это наш дом. Ты купил его? Да. Неужели? Да. Что думаешь? Идем. Санти. Смотри. Боже мой, да он огромный. Дело не в размере, он прекрасен. Кухня мне нравится. Потрясно. Да. Только представь себе, весь интерьер и мебель от Versace. Все здесь сделано по особому дизайну. 7 спален. 7? Да. И 7 ванных. За нас. За нас. Тебе нравится? Не знаю, что сказать. Санти! Санти! Алло? Привет, милая. Привет, мама, как дела? Я в порядке. Ты здесь во всех журналах. Ничего себе. Да, мам, ты рядом с Викторией. Мам, я плохо слышу. Передавай ей привет. Я ее не знаю. Дэвид просто красавчик. Да, мам, а ты измени прическу. И еще роз. Что, мам? Не помешает лак.
Милый, я пытаюсь учиться. Будешь зубрить в самолете? Не могу, нужно закончить. Но мы не будем видеться еще 2 недели. Я знаю. Пожалуйста, пойди посмотри телевизор. Это я, дурак. Прости, не узнал. Занята? Я всегда занята. Завтра начинаются тренировки. Сижу, смотрю здесь на одних мужиков, блин. Тебя это должно устраивать. Я серьезно. Может, проберешься к нам? В баке для белья, к примеру. Не сегодня. Хочу выспаться. Я жутко выгляжу. Ясно, ясно. Заткнитесь. Кто там еще? Икар, Гути и Мундес. Дай трубку Мундесу. Мундес? А ну откройте! Прошу! Ты ведь спокойно можешь заплатить. Найми профессионалов. Мама мне нравится самой. Это ведь мой дом. Думаю, сейчас есть вещи и поважнее. Ты должна быть рядом с ним. Он скоро приедет. А если бы он взял меня с собой, мы все равно не виделись бы целую неделю. Зачем тогда нужен этот дом, если он здесь никогда не бывает? Я серьезно. Ехать туда недалеко. Но для него это может быть очень важно. Слушай, тебе домой пора. Я смотрю футбол. Хватит, завязывайте. Пора, значит, пора.
Сантьяго Мундес, суперзвезда. Он вывел свою команду вперед. Поздравляю. Ты в порядке? Мистер Харрис, что с вами творится? Это просто кошмар. Вы еще хоть один гол забьете? Да. Как только, так и сразу. Тренер? Мундес. Можно с вами поговорить? Конечно. Все чудесно, я забиваю. Думаю, я готов играть на полную. Когда ты будешь готов, обещаю, я тебе первому об этом сообщу. Мила, ни за что не угадаешь, что я купил. Что? Ну давай же. Не хочу. Давай, угадай. У меня нет настроения. Белый, откидной, быстрый, слышишь? Росс. Утром умер мистер Хейс. Я хотела позвонить, сказать тебе... Но не решалась расстраивать. Прости, милая. Мне пора. Думаешь, он уже готов? Не совсем. Хорошенько подумай. Какого черта? Ты что, слепой? Я тебя специально ждал. Что? Я тоже Мундес, из Мехико. Вот моя мать. Я ему все передам. Чем могу помочь, сэр? Отойдите. Сколько нужно времени? Не очень долго. Райан, 104/27. Мотор. Вот что нас держит. Супер еда для супер игры. Да! Снято. Отлично, просто прекрасно. Еще раз, Сантьяго. Как вышло? Так ты снялся, Сантьяго? Сантьяго! Слушай, они меня заставляют жрать это дерьмо. Серьезно? Точно. Меня от него наизнанку выворачивает. Да ладно, Сантьяго, платят ведь хорошо. Не жалуйся.
Дерьмо. Может, сам попробуешь? Отвяжись от меня, прошу. Ладно. Я выше этого. Боже. Сантьяго. Тренеру придется принять скоро решение. Сантьяго Мундес или Харрис? Ему придется выбирать между этими двумя. Решение непростое. Привет. Сюрприз. Я так рад тебя видеть. Ничего себе, машину ты купил. Держи. Ты в порядке? Что с тобой? Слушай, все будет хорошо. Ешь. Он еще что-то сказал? Нет, ничего. Я так перепугался, что дал оттуда дёру. Может, это и к лучшему. Ты ведь давно хотел ее найти. Знаю, но я считал, что она исчезла навсегда. Вы похожи. Алло? Сантьяго? Откуда у тебя это? Это ведь она? Я ждала этого с тех пор, как ты переехал в Испанию. Значит, ты знала? Я не хотела тебе говорить. Не хотела причинить тебе боль. Боже мой, бабушка, она ведь моя мать. А ты ничего не сказала. Какое ты имеешь право? Эта женщина нас бросила. Просто взяла и ушла. Разбила сердце отцу. Да, но я должен решать, это моя мать. Она бросила тебя. Как ты можешь такое простить? Бабушка, я сам буду решать. Санти, послушай. Сантьяго Мундес, игрок из Ньюкасла, впервые выходит в стартовом составе Реал Мадрид. Посмотрите на эти имена. Игра начинается. Бекхэм дает передачу. Рауль справа просит пас, но Мундес бьет поворотом. Мимо. Слава не длится вечно. Рауль. Бекхэм делает навес. Жестокое противостояние с Валенсией. Грубое нарушение в центре поля.
Правило нарушает Мундес. Это красная карточка. Невероятно. С судьей не поспорить. Мундес покидает поле. Печально. Вот такая подножка в начале карьеры Мундеса. Быстрый взлет и быстрое падение. Зидан передает капитанскую повязку. И снова нарушение правил. Ничего себе игра пошла. Раннее удаление сломало всю игру. Игроки Валенсии пробивают. Касильяс. Снова удар выше ворот. Дэвид Бекхэм делает навес с фланга. Навес. Харрис бьет головой. Гол! Это гол. 1-0. Харрис подтвердил свою репутацию отличного игрока. Харрис спас этот матч для Реала. Сантьяго же Мундес в самом начале едва все не завалил. Такому нет извинений. У рефери не было выбора, его пришлось удалить. Текилу, пожалуйста. Еще? Пожалуйста, повторите. Пока. Пока. Санти, милый, проснись. Вставай. Милый, я принесла завтрак. Давай, давай. Завтрак и сок. Ты заспался. Держи. Санти. Почему ты меня не разбудила? Я пыталась, но не вышло. Надо было сильнее будить. Росс, почему не разбудила? Я же говорю, пыталась. Ты что, дура? Я пропущу командную игру. Я не дура, я тебе не будильник. Билет, первый класс. Посмотрим, что у нас есть. Простите. Извините.
пошел. Не переживай. Тяжелый день. Привет. Мне звонил твой босс. Ты просидел весь матч. Да, сидел и морозил свой зад 90 минут. Он ведь тренер, сынок. Он всегда прав. Он хочет тебе что-то сказать. Лучше прислушаться. Не проповедуй. Я снимаюсь в долбанной рекламе, а ты чинишь машины в Ньюкасле. Но ведь я всегда рядом. Мне нужно, чтобы постоянно кто-то был рядом. Так это твоя благодарность? Я горжусь тобой, Санти. Был рад сотрудничеству. Ты быстро пошел в гору, смотри, чтобы голова не закружилась. Росс? Уехала домой. До встречи, Росс. Девчонки, я отвезу вас домой. Ладно. Где живете? Иду, иду. Есть кто дома? Кто это? Где Росс? Уехала. Почему? Что случилось? Санти, где молоко? Просыпайся, я принес чаю. Не знаю, что она так разозлилась. Не понимаю. Сидит одна в огромном доме, а ты гуляешь с испанками. Я не гуляю с испанками. Просто всякое в голову лезет. Да, но я никогда не давал ей повода. Да, возможно. Но ты общался с нашим латинским секс-символом. Она знает твой телефон. Это ведь часть работы. Другим она тоже звонит. Не знаю. Поговорю с ней на каникулах. Я же не сильно бил. Ты все подставляешься. Слушай, реально больно. Серьезно? Да, очень больно. Не переживай. Уверен, это пустяки. Не смей выходить из этой комнаты и дома.
Я хотел поехать домой на Рождество. Никуда ты не поедешь. Ты понял? Надеюсь. Не понимаю. Зачем тебе там быть? Играть ведь ты не можешь? Они ведь мне платят, Росс. Они так решили, я ничего не могу изменить. Невероятно, это несправедливо, ты ведь обещал. Может, ты сюда приедешь? Нет, я столько проторчала в Мадриде, а ты ни разу дома не был. Ни разу в Ньюкасл не прилетал. Это просто отмазка. Ерунда. Нет, я не приеду. Я не приеду. Милая, не мне решать, прости. Я больше не хочу говорить, ладно? Успокойся, выпей вина. Жаль, что Санти не приехал. Пирует там с красотками. Я тоже скучаю. Хотел бы приехать, но никак не выходит. Ладно. Целую. Пока. С Рождеством. Тебя тоже. Абонент находится вне зоны покрытия. Оставьте сообщение. Привет, это я. Не могу поверить, что мы не вместе на Рождество. Вспоминая прошлогоднюю вечеринку, Джейми сказал, что тогда зачали Кенни. Не знаю, почему они так думают. Послушай, я люблю тебя. Скучаю. С Новым годом. Иди к нам, Санти. Давай. Праздники в Испании включают в себя десерт. Берите каждому по десерту. Есть нужно обязательно. Что? Я молчу. Да, но так смотришь, как будто винишь. Да нет, неправда. Ничего не было. Ясно? Ничего не было.
Он тебе нравится? Да, конечно. Правда? Игрок ничего. Козлы. Садись. Ладно. Где живете? В Дуарето. Твоя девушка? Положи. Можно померить. Положи на место. В футбол играешь? Да. Где работает мама? В ресторане официанткой. Оставь, оставь. Не надо. Алло? Привет, сеньор Вандермарф. А ну не балуйся, положи трубку. Алло? Что это ты вытворяешь? Подумаешь, какой недотрога. Тебе можно, а мне нельзя? Думаешь, ты сильно крутой? Тачка твоя? Конечно. Энрике! А ну стой! Откуда вещи? Привет, мам. Давай сюда. Надо это отдать. Почему? Мне это подарили. Не ври матери, негодяй. Где ты это взял? Скажи. Говори. Так нельзя. Что ты сказал?
Ладно, тебя оставь. Это моя машина. За той машиной. За Ламборджини? Да, и быстрей. Нет проблем. Газу, газу. Энрике! Энрике! Помоги! Нужен врач. Туда, туда. Что с ним случилось? Он угнал мою машину. Как это вышло? Мы с Энрико знакомы. Он меня нашел. Откуда? Познакомились недавно. Он играет в футбол. Вставай, сука, вставай! Вставай, ну же! Ты за это ответишь, вставай! Я делал свою работу. Алло? Извини, что так поздно. Что случилось? Я попал в передрягу, у меня проблемы. Что ты натворил? Избил фотографа. Меня арестовали. Ты в порядке? Да, да, в порядке. Я ведь больше не твой агент Сантьяго, забыл? Знаю, знаю. Мне нужна помощь. Очень. Прости. Тебе придется долго извиняться. Влип же ты в историю. Пора начать уважать окружающий мир. Я не приеду. Выпутывайся сам.
Росс, ты в курсе? Ты о чем? Сантьяго. Привет. Как ты мог? Зачем надо было шумиху поднимать? О чем это ты? Твой снимок в журнале с той девкой. С какой? С какой девкой? Это из-за нее ты не смог приехать на Рождество? Это правда? Нет, ты не так поняла. Пресса все преувеличивает. Фотка у меня перед глазами. Я вижу, чем ты занимаешься. Прекрати лгать. Я не лгу. Ну и ладно, делай, что хочешь, мне все равно. Зачем ты издеваешься? Я такого не заслужила. Я не заслужила этого. Прошу тебя, Росс, поговори со мной. Пока. Зидан проходит по флангу, отдает пас Барнабеллу. Кевин Харрис ведет. Он в хорошей форме. Отличный дриблинг. Кевин Харрис снова бьет. Вратарь на высоте. Делает навес, удар, гол. Харрис забивает гол. Прекрасная игра. Тренер делает замену. Вместо Харриса выходит 30-й номер Вундес. У него недавно была травма, но, видимо, он полностью оправился. Хороший момент. Мундес снова с мячом. Бьет.
Мяч влетает в девятку. Какой прекрасный гол. Это хорошая заявка на победу в матче. Игра хорошая, да. Первые 45 минут не очень шло, но затем наши разошлись. Мы им не спустили. Такой наш стиль. Такой футбол. Думаете, тренер оставит вас в основном составе или заменит? Сантьяго, ваша команда вышла в финал. Какие ваши ощущения? Рад, что у нас вышло. Это главное. Вы с приятелем конкуренты. Это не подрывает вашу дружбу? Мы команда и друзья, спасибо. Приятель, ты ее не знаешь? Нет. Чем могу помочь? Мне нужна Роза. Роза! Роза, выйди сюда, пожалуйста. Что такое? Допивайте, мы закрываемся. Сантьяго. Мигель. Это мой сын. Почему ты нас бросила? Потому что я не могла так больше жить. Я вас любила. Everything to
Ты была нам нужна. Я ведь бросила тебя. Однажды ночью я одиноко бродила по улицам. На меня напали двое. Один из них был твой дядя. Я добралась домой, но не смогла сказать твоему отцу. Я испугалась и убежала. Да, но могла бы позвонить, объяснить. Сантьяго, я вернулась через 3 недели, но вы уехали. Никто не мог мне сказать, куда исчезла моя семья. Не могли или не хотели. Было слишком поздно. Ты уехал из Мексики. Когда я увидела тебя на экране, я очень захотела связаться с тобой. Но я считала, что ты желаешь мне смерти. Как ты могла такое подумать? Я был зол. И папа тоже. Он умер в гневе. На тебя, на жизнь, на весь мир. Мы скучали. Смотри, кто пришел. Пошли сыграем. С тобой? Это брат Энрике. Что это ты делаешь? Ничего. У меня сыпь на лице, раздражение какое-то. А это помогает. У тебя сыпь на лице? Небольшое раздражение. Это странно. Знаешь что? Буду откровенен. У меня появляются морщины. Это не сыпь, а морщины. Что? У меня болят ноги, появляются морщины, да еще и контракт заканчивается в конце сезона. Поэтому делаю, что могу. Хочу решить, чем заняться, когда закончу играть. Контракт кончается, и ты решил себе выкрасить лицо? Ну, все не так. Ну, что-то в этом роде. Скажи, когда закончишь, хорошо? Хорошо. Увидимся. Да. Бабушка, письмо от Санти. Отлично. Кто это? Это твоя мать и сводный брат. Тренер, послушай, у меня встреча, я перезвоню. Что случилось?
Я буду играть в финале. Сажайте меня на скамью. Пусть Харрис играет, прошу. Если он сыграет хорошо, он сможет подписать новый контракт. Оставьте сообщение, я вам перезвоню. Привет, это я. Знаешь, у меня не очень выходит. Но прежде чем я выйду на поле и сыграю лучшую игру в жизни, я хочу позвонить тебе. Мне нужно, чтобы ты меня выслушала. С тех пор, как я сюда приехал, все пошло вверх дном. Все эти деньги, без тебя они ничто. Я познакомился с мамой. Нам еще тяжело общаться. Нужно время. Но думаю, все наладится. Я не буду оправдываться в своих поступках. Хочу сказать, прости, что я так с тобой обошелся. Я был придурком. Я все испортил, но хочу все исправить. Я люблю тебя. Перезвони. Позволь с тобой встретиться. Дай мне второй шанс. Господа, я горжусь вами. У вас получилось. Мы вышли в финал Лиги Чемпионов. Не забывайте, зачем вы здесь. Играйте так, будто вам нечего терять. Забудьте о деньгах, о прессе, о камерах, обо всем. Наслаждайтесь. Величайшая игра нашей планеты. Финал Лиги Чемпионов. Сегодня решится чья-то судьба. Победа и кубок достанется лишь одной команде. Итак, шоу начинается. Трибуны переполнены. Начинается противостояние команды Тьерри Анри Фабригаса против команды Реал Мадрид. Столько знаменитостей: Бекхэм, Зидан, Рауль. Тренеру пришлось выбирать между Мундесом и Харрисом. Харрис вошел в основной состав, а Мундес сидит на скамье запасных. Судья дает свисток, и матч начинается. Какая игра! Харрис теряет мяч в центре поля. Подкат, нарушение правил. Невероятно. Харрис получает желтую карточку. Он играл и пытался вернуть мяч. Подкат был сделан не специально в штрафной зоне. Ти Джей Харпер будет встать и взять его.
Пенальти. Харрис заработал пенальти. Счет 1-0. Какая досада. Удачное начало для Реала превратилось в кошмар. Хосе Антонио Реа делает навес. Тьерри Анри пробивает головой. Мимо. Какой момент потерян. В сегодняшнем матче Арсенал показывает отличную игру. Снова атака Арсенала. Анри дает пас Пересу. Тот пробивает. Касильяс снова выручает Реал Мадрид. Касильяс и Зидан спасают ситуацию. Опять атака Арсенала. Волна за волной. Опасный момент. Касильяс выходит из ворот и выбивает мяч. Реал Мадрид спасает окончание первого тайма. В следующие 45 минут ребятам придется постараться. Наверное, будут замены. Мундес, иди в раздевалку. Привет, дамочки. Расстроились? Пошел ты, урод. Тише, прекрати. Ты вел себя как придурок. Знаю, босс. Вот что ты должен сделать. Нападай. Я ввожу в игру Санти. А ты играй под ним. Давай выйди и покажи им чертей. Выходят команды. Но не все так, как мы думали. На поле выходит Мундес. Но он не заменил Харриса. Они оба остаются на поле. Это, видимо, тактический ход тренера. Сыграются ли они вместе? Первые 45 минут игры пролетели. Остался один тайм и дополнительное время. Фабригас дает пас Анри. Анри обыгрывает одного. Перекрестный дриблинг. Удар. И 2-0. Так и не показал себя на кубке. Возможно, расчет тренера не оправдается. Где Бекхэм? Где Рауль? Где Харрис? Что они делают на поле? Сегодня явно день Анри. Его команда ему помогает. Анри проходит по правому флангу. Делает пас на Фабригаса. Удар явно не вышел. Касильяс забирает мяч. Интересно, когда же Реал Мадрид начнет играть? Времени у них осталось в обрез. Зидан, Бекхэм, Рональдо. Навес фланга. В этом бою они явно проигрывают. Чисто играй, не сбивай. Опасный момент. Если бы не Касильяс, мяч был бы в воротах. Стыдно Реалу так играть. Мундес новичок среди бывалых звезд Реал Мадрид. Вот, наконец-то, атака. Асельбан дает пас на Александра Глеба. А Глеб дает пас Тьерри Анри. Он разворачивается, дает пас в штрафную зону. Нарушение правил в штрафной зоне. Это снова пенальти. Этот гол может поставить точку в данном матче, ведь он даст огромное преимущество Арсеналу. Шансы Реала тают с каждой минутой. 3-0. Позорное поражение для такой команды.
Если Ти-Джей забьет, для Реала это конец их мечте. Мяч попадает в перекладину. Касилья спасает ворота. Мундес выбивает мяч на Харриса. Пас через все поле. Харрис принимает мяч. Бьет с лета. Гол! Это дает мизерные шансы на то, что Реал Мадрид все же успеет отыграться всего за 4 минуты. Бекхэм, он передает Харрису. Мундес просит мяч. Они начали играть слаженно. Мяч у Мундеса. Удар выше ворот. Комбинация Харрис-Мундес не приносит успеха. Сисиньо. Его сбивают в штрафной площадке. Но нарушений правил не было. Игру еще можно выиграть. Бекхэм подает угловой. К общему времени добавляют еще 2 минуты. До конца чемпионата остались считанные минуты. Роберто Карлос делает высокую передачу через все поле на Мундеса. Тот пробивает. Гол! Это супергол! Невероятно! Победа просто выскальзывает из рук Арсенала. Интрига длится до самого конца матча. Харрис дает пас на Сантьяго Мундеса. Нарушение правил. Судья дает свисток. Это шанс для Реал Мадрида. Если кто и не промахнется, так Дэвид Бекхэм. Это его час. Бекхэм выиграет Лигу чемпионов с Реал Мадрид. Бекхэм. Великолепно. Гол. Реал Мадрид вырывает финал Лиги чемпионов. Бекхэм забил решающий гол. Победа! Реал вернулся и победил, вернув себе славу в Европе.